Приветствую зрителей канала Игрофильмы, с вами Рашна Нидзука, и мы продолжаем прохождение игры Resident Evil 6 компании The Ad Wong. Итак, мы все еще на подводной базе находимся, и нам надо с нее слинять. Геймплей тут не такой шустрый, как в компаниях за Криса или Джейка. Ада предпочитает стелс. Хотя и стелсом это тоже сложно назвать. Ну что-то типа того, подобие, можно сказать. Ой-ой-ой. Крокодилоголовый. Так, куда-то нам показывают и сюда. Ага. Пули они как-то вот не хотят сразу вдыхать. Ой, щит сделал. Джава. Ну, ёп, давай по жопе ему. Ада в совершенстве владеет кунг-фу. Так что удары у нее очень красивые. Посмотрите. Ох, в прыжке как. Жалко, что не получилось никому так засандалить пока. Черт. На, сука. О, классно. Быстрее, блядь! Отлично! Чёрт, ко мне, сука, подбирается! Так, что делать, что делать? Ух ты, блядь! Что это было? Они наглеют, по-моему. Блядь, что же, не попал, что ли? Сука! Черт, черт, черт! Так, ну, по-моему, баллоны. Thank you.
Они тут этот баллон долбаны. Черт! Черт, они почему-то не взрываются. The hull has been compromised. Prepare to evacuate immediately. Началось, тряска, колбаска, блядь. Much longer. Ой-ой-ой-ой-ой. Молодчина! Ёлки-палки, быстро. Духненький удар так оказался. Ай, блядь, нихуя себе! Доставай ствол, дура! Давай, давай, принимайся уже, наконец-таки. Ну! Блеточки хаваем, хаваем, хаваем. Бежать надо, бежать. Интересно, я что не успел? Не успеваю, давай, бегом, блядь, что ты? Ну что с тобой? Тебя так перекосило. Ну, давай, ну неужели ползти еще придется? Давай, давай, давай. Ну что такое-то? Долго нам еще смотреть на твой тощий зад. Ну куда ты, блядь, куда? Ползи давай. Ну, быстрее, в дырку в это давай. Ну, ну куда? Ты чё, мать твою? А? Чё происходит?
So much for the rescue, Seb. Time for plan B. Only way to go is up. Отлично. Ну, эти потрясывания. Ужми там что-то. Чего, куда? Ай, давай в темпе, в темпе. Water's coming in fast. You better hurry. Давай наверх, наверх. One slip and I'm going down with this sub. Ёпта, паукообразная сука. Мне некогда с тобой возиться, блядь, тварь. Наверх, наверх. Ёпт! Чё, утонули что ли? Чёрт! Утонули. Пока я думал, вода всё прибывала. Water's coming in fast. Better hurry. One slip and I'm going down with this sub. Ползи. Эй, в жопу его. Я сейчас буду закрывать, что-то так выгоднее. Какая-то труба, блядь. Как так можно сделать? Давай еще ты тут мне, пидорас. Давай. Ну ёпта, опять что ли не успел? Ты сука ты! Давай, хорош болтать.
А то. Это что у нас? Вообще куда нам сюда надо ехать? А, блять, вот она, сука! There's gotta be a shut-off valve around here somewhere. Давай. Этот урод пошел в жопу. Быстрее, мать твою! Не успею, опять она сдохнул. Ну, показывай, блядь, что. Просышь, блядь. Куда ты показываешь? Туда. Решил, блядь. Сука! Все, пизда опять. Пошла. Ладно, в этот раз бегу сразу туда, закрываю, возвращаюсь, блядь. Черт. Надоело. Давай. Уже видишь эту подлодку с этой водой долбанной. Water's coming in fast. You better hurry. One slip and we're going down with this sub. Сейчас пролезаем. Бегом, блядь. Похуй на этого таракана. Давай. Открываем. Назад, быстрее, назад. Точка слоти. Давай. Быстрее. Все, блядь, чувствую, сейчас ее вообще разорвет нахрен. Куда? Бегу. Быстрее, мать твою! Я сказал быстрее! Какой, сука, на прежний уровень. Охренеть.
бегом, бегом. Быстрее, быстрее. Так, где там-то лесенка, мать ее? Фух, вот успел. Закрывай. Фу, надеюсь, выбрались. Совсем. You're a strange one. О. Так, куда теперь? Водяные монстры, что ли, какие-то? Или это осы? А это осы. Лучше не стоит с ними связываться, я думаю. It's gonna take more than a handprint to operate this. Черт. Какой-то пульт управления. I'll have to restore power if I want to use those torpedoes. Ты ебаный, верно? Как я должен? Мне что, обратно лезть, что ли? Пчелы кругом. Бежать, 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 бежать. Ух, елки, еще и плыть, что ли? Давай, плыви, мать твою, плыви. Куда? Назад, сука! Назад! Мать твою! Okay. Stay underwater and I should be fine. Мокрая! Кисонька! Okay, power's on. Now, let's see how much coaxing I have to do. Пчелы появились. Не возьмись. Так, а чё, куда? Почему у меня путь перестали показывать? Мать твою, плыви. Куда теперь? Я не
вижу. А вон, туда наверх, походу. Давай, давай. Фух, блядь. Давай, гарпун свою, мать твою. Быстрее! Okay. Power's back. С энергией разобрались, теперь чем осталось разобраться. Ну, блядь. Hold the left. Answer all questions into the microphone. Чего? Identify yourself. I'm a little busy right now. Try to acclimate. Блядь, мы охренели! All right. I'll bite. Ada Wong. Authorization approved. Ms. Wong. 6 months ago, you performed experiments on humans in Adonia. You were following Simmons' orders, but it was your choice to do so. How do you plan to atone for your crimes? Interesting story. I want to do some fact-checking now. I don't work for Simmons. I've got nothing to atone for. Да это, блядь, жопа какая-то, вы издеваетесь. I know everything about you, Ms. Wong. Everything. I know what it is you're looking for. A world of chaos. Am I right? If you know me so well, you shouldn't need validation. A world of chaos? Not number one on my list. But it would make Simmons squirm. So I might reconsider. Answer all questions into the microphone. If it makes Simmons squirm, sure. Authorization approved. Perfect answer. Now, the final question. Are you ready? Hold that thought. It's my turn. Who are you? Authorization approved. I have no obligation to answer you. My final question. What are you fighting? Whatever the hell gets in my way. The virus always seems to make a cameo. I like your answer. Identity verification complete. Simmons is waiting for you. I'm looking forward to seeing how this unfolds. Authorization complete. Releasing locks now. I'm glad that's over. Давай! Фу, сколько можно, это тягомотины. Пора свалить с этой лодки давным-давно уже. Think I'm going to sit back and be your scapegoat, Simmons. You've got another thing coming. Ah!
Ну что ж, друзья, наконец-то мы завершили первую главу за The Wong. Я думаю, она вам понравилась. Оказалась абсолютно не связана с другими компаниями пока что. Было все-таки интересно. Что ж, оставайтесь на канале Игрофильмы, встретимся в следующей серии.